Приветствую на канале Asmode Play. Играем снайпер воин призрак. Давай. Бритва 6-4 был освобожден лидером повстанцев, который называет себя Эльтехон. Он сообщил Бритве 6-4, что данные могут содержать координаты ура. Давай быстрее! Давай. Нужно поймать этого засранца. Давай, давай. Я не против. Еще что-то есть? Что у меня за то ли дробовик какой-то мощный, то ли что? Не пойму, но это не пулемет. Ну так это ерунда. Где ты? Работай. Что за дебильная миссия такая? Давай, давай, давай. Кто здесь? Готов. Пойду разберусь. Так. Для начала надо почистить еще немножко. Так, еще. Ну пока вроде все, да? Пойду разберусь. Так. Давай. Добавь немножко скорости. Как воевать будем? А? Блин. Смотрите-ка. Вот это вообще наглость с его стороны. Ты как здесь оказался? Появляется, что ли там? Как грибы. Не было, не было. Оп, отпочковался.
все кончено. Давай сюда диск и без глупости. Успокойся, успокойся, ладно? Вот, бери. Положи на землю и отойди. Ага, сам с парашютом. Вот, забирай. Это без парашюта. Неизвестно, ну-ка. Сейчас посмотрим. Агент Родригес мертв. Данные в безопасности. Но анализ показал, что некоторой информации не хватает. Эль Тихон указал лагерь противника, где находятся недостающие данные. После оказания медпомощи О'Нилу, группа Альфа-9 снова выходит на задание вместе. Ну что ж, пойдем. Рад снова с тобой работать. Да, ты наверх лезешь? Я тоже рад тебя видеть. Чё встал-то? Ждёшь, когда я уйду? На позиции. Вижу большую часть лагеря. Если тебе придётся применять силу, действуй быстро и наверняка. Ну и чё ты взлетел? Один выстрел, один труп. Махом взлетел. Кошмар. Так. Вау. Ты хочешь, чтобы я тут воевал, что ли? У меня аж ничего. Сторожевую вышку прямо по курсу. Двигайся туда и сними врага, прежде чем идти дальше. Фу. Отличное попадание. Так, дальше идем. Что еще? Мышите, не мышите. Давай потихонечку. Ага, где вышка не обнесено. Ложись на брюхо и заползай под вышку. Двигайся через здание. Снаружи все чисто, но внутри тебе придется быть осторожнее. Блин. Давай. Даже не думай про стрельбу. Почему? На меня нападают, я защищаюсь. Понятно. Но я такое чувство, что ты прям знаешь, где находятся эти документы, ты меня к ним ведешь. Так мог бы сразу сказать, я бы с другого края прилез бы. Пришел бы с плоскогубцами. Никого. Так, очищаем путь. Никого не вижу.
Ну и что, хочешь, чтобы я спрыгнул, что ли, или что? Вау, еще трое тут. Так, ладно. Что тебе не надо? Покинь здание с восточной стороны. С восточной стороны? Ты дебил, что ли? Ты меня как-то, блин. Прячься за этими бункерами. Вёл меня. Северные ворота, приближается техника противника. Осторожнее. Можешь двигаться дальше? Могу. Можешь? Могу. Давай, давай, давай. Забирайся под трубопровод. О, привет. Какая знакомая рыбешка. Погоди, я свяжусь с Батой. Сидите. Прием, мама 2. Похоже, в лагере наш старый дружок Эрнесто Салазар. Воспользоваться этой возможностью и действовать? Если мы атакуем, то раскроемся. Нужен ваш совет, прием. Ответ нет. Повторяю, ответ нет. Вам нужно только заполучить документы и выбираться. Теперь мы сможем наблюдать за этим мерзавцем на расстоянии. Поверьте, мы с ним разберемся в любом случае. Очень скоро. Блин. Ну ладно. Sí, muy bueno. ¿Tienes el paquete? Sí, lo recogí ayer. Bien. Pedro. ¿Qué hacer, no? Bueno, me las arreglaré, creo. Пропусти их, потом двигайся в здание на 9 часов. Так. Не шуми и не подходи к окнам. Там где-то стрельба идет. Не атакуй противника. Обойди стрелковый рубеж. Ты их перебил или что? Давай, веди меня. Хорошо идешь. Еще метров 70 на 11 часов. Тут кто-нибудь есть, нет? Подглядываю еще. Внимание. Периметр патрулируется. Как только
Когда охранник зайдет за угол, ты входишь. Так. Охранник не ушел за угол. Но я вхожу. Хватай документы. Пора убираться оттуда. Забирайся на бункер. Понятно. Давай. Противник на третьем бункере на 3 часа. Убери его. Я очень хорошо стреляю. Надеюсь, эти данные ты не украдешь у меня. Не предашь своего товарища. Вот кто тут стреляет же вон там? Или что это за... Перебирайся на другую сторону труб и сиди тихо. Не стреляй. No, я estoy ocupada. Yo le digo, vamos, nena, acaso lo que ocupo yo. ¿Cómo te miraría? ¿Quién te digo? ¿Tiene una hermana? Debería traerla por aquí un día. Ритком стоят. Так, вот охота выйти и посмотреть, сколько голов пробью за раз. Но мне надо сваливать. Ох, маленький был, так же по трубам ходил, бегал. Так же высоко трубы были. Так же по ним бегали только. Прыгай на ту крышу. И выбирайся так же, как пришел, под башней. Ну, вот и я. Ушел. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.